Вот такую горку нашли во овраге, которая находится вблизи нашего дома. Сейчас с детьми вспомним детство небольшое. К нам весело присоединилась Матильда. Вот она бежит. Она разделась вся. Иди! Во, как весело! Она завидует. На свежем воздухе. Матильда, заболеешь. Ядрен батон. Сейчас попробуем постараться пробиться прямо туда до конца. Ну что, давай еще? Еще один ход. Так, ну что, второй запуск ракеты. Мотя! Уйди оттуда! Иди сюда! Быстро! Идем! Зверско! Вот такое веселье себе нашли. Давай маму пускай тоже прокатится. А? Ты прокатись. Я нет. Ну а чё ты? Чё, чересчур взрослый, что ли? Я в клубе. Ну и чё? Подумаешь, разорвёшь. Она выпрыгнет. Давай, ты с ней садись. Сегодня у нас 9 марта 2018 год. Погода действительно майская.
Мотя, ну чё, отомстила хозяйке своей? Да? Ладно, теперь я попробую. Я всё пущу, как паровоз. Так, ну теперь мой полет будет. Телефон не потерять бы. Погнали! Поехали! Вот так. Вставать. В общем, очень весело. Сразу вспоминаю с детства. Так, ну, осталось до туда совсем чуть-чуть, до ямки. Ну все, заключительная для меня сегодня спуск. Погнали! Какого? В общем, практически добрались. Так, у нас здесь друг пришел. Иди сюда. Идем. Атя. Ну все. Всех с праздником, с весной. Всем пока. Матильда нашла себе игрока. Ах, коляс твоя не залезь. Ах. В общем, он с ней. Или она. Это кто? Она? Иди сюда. Иди сюда. Ты маленький. Ну-ка ты. Нет, она. Ура.